Итак, сегодня можно посмотреть, что представляет из себя третье кольцо. Выходные, майские выходные. То есть вы помните то видео, которое было до этого? Что было в будний день? И вот сейчас мы видим, что все гораздо свободней, хотя даже вот тут вот образовалась какая-то небольшая, но это не пробка, это небольшое, скажем так, как это назвать, немножко столпотворение машин. Почему-то оно именно здесь все время, вот самое основное место пробки вот в этих местах, это именно вот этот вот поворот, я не знаю, с чем связано, вот после него всегда немножко рассасывается пробка, ну и в будний день, и вот сейчас даже. Потом, правда, еще впереди может быть тоже пробка. То есть вот тут более свободно, а потом еще там. Не очень понятно, с чем это связано на самом деле. Потому что я вот эти два места, когда, к примеру, проезжаю, то вообще непонятно почему, блядь. Там нет ни сужения, нету. Ни хера ничего нету, блядь. И почему-то все равно все время прям именно вот то место, еще там сейчас впереди одно будет, после которых все время пробка как бы, ну, как минимум, становится меньше. Дорога тут, конечно, убитая. Может еще, ну не гонит, наверное, еще из-за этого, что она убитая, все-таки медленнее едут. Плюс здесь любят гаишники быть, может из-за этого еще хер его знает. То есть, несмотря на то, что это третье кольцо в данном месте, оно такое не совсем третье. Потому что третье кольцо — это как бы типа такая скоростная хуйня, по которой ты, ой, бля, несешься, блядь. А тут ты, короче, понесись, блядь. Даже вот сейчас на выходных я не несусь. Ну, я 70 сейчас еду. Но, блядь, видно, что все стоят нахуй, просто можно сказать, да. То есть хотя бы здесь, ну, 80 хотя бы, а лучше соточку. В принципе, сейчас можно ехать 80, но это придется постоянно, и даже 100, но это придется постоянно перестраиваться. А так как там движение плотное, то будет немножко постоянное перестроение, как бы нахер надо. Вот видите, вот у меня вот этот хрен, опа, гандон. Но все равно, конечно, по сравнению с будним днем, здесь это, блядь, фактически рай нахуй. Лучше только ночью. Вчера ехал в час ночи по трешке. Вот это да, бля. Но все равно особо не погоняешь, потому что действительно дорога. Вот тут вот колея, блядь, реально видно, наверное, да. То есть, но здесь она еще не самая большая. Во, а вот тут вот, бля, здоровая. Почему-то всегда колея здоровая, именно любит быть здоровой на спуске. Замечал. На МКАДе, так там вообще ебать такая колея, что пиздец, нахуй. Я в ней ехал, блядь. Едешь 100, там, 120, боишься, потому что ты даже, если что, машина же не так себя ведет. То есть ты крутанул руль, она все-таки не совсем так, потому что колея достаточно глубокая. Ну, я видал, конечно, в фотоснимках и круче, но все равно так она глубокая. Ну, вот как бы, вот так вот, блядь, нормально. Вот сейчас вот 80, я еду, как бы, нормально. ВДНХ, ёпта, блядь. Ёбнись головой об стену. Ваги, пешеходы, блядь, пидорасы. Сука. Говнюки, не вей, бля, я еду нахуй, блядь. Надо уступать, бля.
бэшка, купешки, едь, бля. А, баба на остановке как прикольно, бля, посмотрел, блядь. Ну успокойся ты, ёпта. Ой, бля, стой в час, нахуй, ебать! Блять, а тут непонятно, тут вообще стрелка нахуй есть, или я сейчас как дебил, блять. Бля, я не хочу под эту газельку, не хочу. Нет, газелька, проезжай. Автобус, проезжай. Ой, блядь, все на меня нахуй разозлились, блядь. Что я такой беспредел творю, ёпта? Ой, блядь. А это что за нахуй? Куда тут подъехать? Где тридцатки, блядь? Блять, что-то нихуя не вижу. Итак, сейчас попробуем изобразить проезд на Тверскую, чтобы с третьего попасть на Садовое кольцо. Что-то тут не то, нахуй. По знаку должен был, блять. А, вон он, дальше, что ли? Вот тут он, блять. Ну хуй, пока ты пешеход, ты здесь никогда не пройдешь. Потому что нахуй тебе здесь идти, если ты пешеход. Тебе это не надо делать. О, впереди виден Триумф Палас. Блять, я смотрю, его на видео вроде не очень видно. Засвечен он, походу. Тем не менее, это так. Блять, непонятно, стрелка горит или нет. Что-то один чувак проскочил. О, вот это загорелось, блять. Один на красный проскочил, я подумал, может он... Местные знают, что тут, блядь, не горит. Так, ну вот он и выезд. Еду как бабушка. Вот развязка третьего кольца. Кто-то налево, кто-то направо.
мудак тупой, блядь, сука. А если бы слева, сука, машина была, ты пидор ебаный, блядь. Мудилка, и, по-моему, даже без поворотника, нахуй. Вот это практически Тверская. Ну, может, это еще не Тверская, но, блядь, ее преддверие, нахуй. Сейчас самое главное повернуть на Садовое, это на самом деле крайне непросто. Там, блядь, какими-то нахуй переулочками надо на нее, блядь, выехать. Что не очень приятно, конечно. Сука! У нас главное, блядь! Наверное. Эх, блядь, с утра тут, если ехать, тут очень пиздатая пробочка, веселая, блядь. Одно радует, что это все-таки, блядь, самая охуенная фактически улица. Ну или одна из самых охуенных. Но тут, блядь, медленно нахуй все едет. Блядь, ебаный красный Мерсес, сука! Еле едет, блядь, сука. Я вообще обгонять не буду, потому что, как я сказал, здесь, блядь, где-то сейчас нахуй надо направо, блядь, измудриться повернуть. Это, блядь, Тверская, нахуй. Самая, блядь, пиздатая, самая понтовая мажорная улица. Ну или практически, не знаю, может там, блядь, еще Арбат сравнится какой-нибудь. Ну новый Арбат, старый это говно унылое. О, бля! Во, поворот направо, смотрите. Я думаю, это тут. Пропускаем чик. Чики, давайте, давайте, бля, гуляйте по Тверской, нахуй, гуляйте. Выгуливайте, блядь, молочко нагуливайте. Так, а это что за нахуй? Извиняюсь. Здесь, блядь, говорится, езжает только направо. Прикиньте. Охуеть.